В Ишиме приступили к восстановлению гидротехнических сооружений, которые разрушил весенний паводок. На эти работы с федерального бюджета выделили 100 миллионов рублей. Сейчас строители трудятся на первой дамбе. Ее протяженность 2240 метров. О том, как идут работы, расскажет Оксана Павлова. Первым делом стали восстанавливать самую длинную дамбу. Она начинается от железнодорожного моста и заканчивается на честных сооружениях. Это гидротехническое сооружение будет защищать от разлива реки несколько садоводческих обществ. Люди с надеждой наблюдают за процессом. Ну, смотрим. Вот сюда пришел, посмотрел, там ходил. Этот промыв уже почти засыпали. И с той стороны вывезли от ЖД моста, и с этой. Ну, там ручей остался где-то метр. С садов стекает вода. Надеемся, что все будет хорошо. Мы и не думали, что нас затопит в этом году. Потому что они же все-таки работали, что-то самовозили, наращивали, а там-то вот где не возили, там и рвануло. Сейчас все делают основательно. Высота гидротехнических сооружений будет не 8 метров, как ранее, а 11. По этой дамбе можно будет проезжать на технике для эксплуатации этой дамбы и в случае необходимости проведения земляных работ. Сейчас эта дамба, эти три гидротехнических сооружения планируется выполнить шириной более 4 метров. На восстановление дамб из федерального бюджета было выделено 100 миллионов рублей. Работу ведут ишимские дорожники. Люди трудятся в две смены. Режим работы у нас круглосуточный. В дневное время мы занимаемся подготовкой, уплотнением. В ночное время, значит, мы завозим сюда грунт с карьера, где работает круглосуточно 15 самосвалов большегрузных. Наметили вот такой темп работ, поэтому и поставили, соответственно, столько единиц техники, чтобы до 31 октября постараемся все закончить. Сейчас приступили к восстановлению первого участка ишимских дамб. Его протяженность составляет 2240 метров. Всего же строителям предстоит восстановить 5,5 километров. А со следующей недели восстановительные работы на гидротехнических сооружениях начнут параллельно вести в Ишимском районе. Оксана Павлова, Евгений Петько, Тюменское время.